Тут еще один какой-то нашел. Там вот как туда еще забраться, я не знаю. Но можем вот сверху. Это, наверное, какой-то птице надо, сука, туда залетать. Вот тут вот в Кобахе. Это все Кобах. О! Come on, you blasted beast! Move! Да. Having trouble with your neck? Сарате Wouldn't проблема. even call it mine at this point. Beast does what it Никто wants. не найдет Just the места exact и не opposite of what хочет. I tell him. Точно. Let me see if I can talk him around. Позволь мне посмотреть. Ладно, пойдемте посмотрим. Вот сюда. Все-таки я хочу сходить сюда исследовать. Что тут такое? Потом нырнем. What's that? Что это такое? Damage какие-то. Друзья мои, вы видите? This door's not budging. Ну что ж, давайте нырнем. Куда-то мы занырнули вообще нахуй. Так. Но тут больше другого нет прохода, но где-то должен быть.
Мы каким-то трубом плывем, бля. Что это за оборудование? Фильтрационная система. О, здоровье. Ну, чуть-чуть неплохо, неплохо, друзья мои. Так, ясно. Ага. Ликвидация. А, это там, где мы спускались. Да. Ясно. Да, но тут... Можно... Ох, да ёлки, перелет. Недолет, перелет. Ох, ёпарсота.
Ты ёбарся, ты чё он упал-то? А, слушай, неплохо. Ну, это материал для оружия. А для беды материалы, ну, скажем, так себе. Я-то думал, тут сейчас мне дадут. Ну ладно. Мы, интересно, запрыгнем? Запрыгнули. Все, здесь мы уже вроде бы как прошарили все. Прошарили все. Вот еще один, одно. Закрома Родины прошли. Check it out, BD. Priorite. Да. Еще бы научиться сундуки открывать, непонятно. Так, ну все, друзья мои. Можно подраться тут немножко. Wildlife is thriving here. Prey, predators, lone hunters, herds. Нет, но в этот баг я, по-моему, я уже лазил. I'm sure Z can decrypt this for us. Да. This building is definitely different than the rest.
Ну-ка, давайте попробуем. А, ну здесь мы уже были. Здесь там уже мы лазили. Ясно. Так. Куда-то в бездну прыгнул. Класс. Не, вот это прямо просто вообще. I will lead droid forces into battle against the Jedi. Very good, yeah. Very technical. You droids are good for something. Yeah, kill that Jedi. It will be done. И что он мне сюда принес? Someone locked it up. Maybe we can find another way in. Сейчас мы посмотрим.
Так, тихо. То есть нас принесли куда-то наверх. Там чего-то есть. Нет, вот внутрь этой херни как-то можно пройти. Вопрос как? Ага, вон оно, все понял. Понял. Что-то не понял. Там L2 высвечивалось вообще-то нам. Да нет. Ага, понял я. Сейчас мы вот этих возьмем. Они же не зря здесь стоят. Ах ты гад. Или неужели не хватит там тут? А, нет. Почему-то не хватает. Не хватает высоты прыжка. Слушай, там вот L2 высвечивалось, а потом вот перестало. Нихера она вот.
Из того лагеря можно. Ладно. Там я дырку одну находил. Не, мы здесь не перелетим. Тут вот шуркат. Must be the way out. Now, how to get there? Так, ладно, давайте посмотрим. I'm sure Z can decrypt this for us. Так, интересно.
Ну это вот и есть, тут по кругу ты пробегаешь. Но это то же самое тут, где мы были. А как отсюда выбраться? Нет, это так мы не допрыгнем. Спуститься спустился, а он подняться как? Не-не-не-не, ну-ка. Тут подняться, да? You know your way around Kobo, don't you? А как ты на нем подпрыгнешь? То есть нам надо его как-то выгнать сюда. То есть нам надо его сюда как-то выгнать. Ага. Понял, это его сюда позвать. Let's go. Here we go. Спасибо. Привет. Так, ну вот еще одну нору из... Ну догадался, друзья мои, догадался я как. Ух ты, а вот эту вот. Ну-ка, зи. Thank you.
Что-то мне непонятно. Надо открыть, тогда он для открывания откроется. Охотник. Ты понял? То есть надо вот там, где есть вот эти вот красные, искать вон ту херню, блин. Понятно. И она открывает вот эту вот. The charge is set. Get back. What? Nothing? Что, ничего, я сказал. Вот так вот. Вот теперь, видишь, сообразил, как открываются вот эти вот ящики. То есть надо искать вон ту вон хренотень. И раз. И где вот эта локация? Ящик установлен. Ну давай этот посмотрим кастомизацию. Не, ну это... Я понял. Кстати, это посолиднее. Это посолиднее, друзья мои. То есть мы залезли наверх. Ну, есть, конечно, тормоза, вон, работают вовсю. Бляха. Ясно. Ну, в общем, пока часть чего-то тут я разобрал, но еще дофига. Тайны небольшие раскрыл, но все равно их дофига здесь еще. Ладно, но в следующий раз. Продолжим. Нет, ну ты видел, показывает где-то тут вот. То есть вот как-то где-то мы куда-то должны зайти, а вот отсюда вот выйдем. Ты видишь? Теперь еще где-то должны, то есть...
Ты понял? Ага, вот он ящик. Понятно. Ты видел? Ну, научились ящики открывать. Так, ну, друзья мои, пока на этом закончим.